Токены компании AdEx распроданы. Продажа токенов началась 30 июня и быстро закончилась после того, как был достигнут хардкэп в 40 тысяч эфириумов. Как сообщает tokenmarket.net, AdEx – это блокчейн-рекламная биржа, целью которой является изменение существующего интернет-рекламного ландшафта и устранение его недостатков. Рекламное мошенничество, конфиденциальность и согласие на получение спонсируемых сообщений и так далее. AdEx полностью прозрачен и основан на умных контрактах эфириума.